Дорогие мои друзья, сегодня вы меня смотрите, потому что я записываю новое видео с обзором моих посылок. С сайта AliExpress вот пришло мне 4 посылочки, какие-то 3 небольших и 1 большая. Сейчас я вместе с вами решила распаковать их и посмотреть, что там находится. Наверное, начнем с самой маленькой. Не открывала долго эту посылку, потому что она мне самая первая пришла, а потом я ждала, чтобы, ну, не одну же снимать, и ждала долго, пока придут остальные, и вот ждала, долго не приходили. Вот, наконец-таки, пришли. Я знаю, что здесь. А вам не покажу. Это радуга. Мне пришли вот такие резиночки. Очень симпатичные. Да-да, вы помните, наверное, когда я говорила, что купила вот эту резиночку. А оказывается, мама заказала мне еще вот такие. А вот они наконец-таки пришли, очень симпатичные. Мне нравятся очень цвета. И даже они мне очень нравятся, чем вот эти вот. Ну, вот это вот побольше, потому что они такие яркие и блестящие. Как вам, нравится или нет? У кого есть такие резиночки, пишите в комментарии, кому нравятся такие. Здесь идет желтый цвет. Наверное, это нужно одевать под хорошее настроение. Есть фиолетовый вот такой вот. Красненькая. Ну, красненькая такая она. Более алая, прикольная. Розовенькая. Не такая, конечно, насыщенная, как моя, но тоже бледная, такая симпатичная. И самый красивый, я считаю, цвет, это цвет такой бледного-бледного ментола, какой-то такой вот. Непонятный, но очень красивый. Они также мерцают, как сегодня и мои ногти. Сегодня я выбрала такой лак, полупрозрачный почему-то. Обычно мне нравятся яркие-яркие лаки, там какие-нибудь красные, черные. Вот именно яркие-яркие, там, например, вот такие вот, только не бледные, а тоже очень яркие. Прям яд такой зеленый, например, или синий. И все. Тут я выбрала полупрозрачные просто блестки. Так вот, прикольные резиночки. Кому понравились, напишите мне в комментарии. Следующая моя посылочка. Тоже покажу маленькую. Следующая посылочка будет беленькая. И сейчас посмотрим, что находится в ней. Долго их ждала, ребята. Это пришли мои часы. Опять этот ментоловый цвет, тоже такой непонятный, который я заказала себе. А вторые это мои беленькие. Вот такой вот мой цвет идет, прикольный. И белые. Вот такие вот. Прикольные часики, и, ну, они как бы спортивные, можно брать, вот, там, на пробежку куда-то идете, одели себе на руку, там, хлоп, застегнули их просто вот так, на магнитик, и все, застегнули, и можно ходить. Тут кнопочка нажимается, если видно, красненьким горит. Опа. Да, и здесь еще я читала, по-моему, дата как-то. Дата. Да, здесь дата и часы. Очень прикольные. Беленькие маме, зелененькие мне. Какой вам цвет больше нравится? Тоже напишите. Пишите мне все, что думаете.
Следующую посылку я сниму, наверное, вот эту большую. Сейчас посмотрим. Это мамин костюм. А сегодня я обделенная. У меня только резиночки и часики. А у мамы костюм и часики. Так. Следующая посылка — это мамин костюм. А, прям под часы. Летом можно будет носить этот костюм с часами, выходить на пробежку. Вот. Костюм летний. Он не успел прийти. Очень долго шел. И поэтому придется его ждать, пока придет новое лето, чтобы его носить. Вот такие шорты обычные идут. Такие, знаете, можно даже дома в них ходить, можно там в магазинчик на пробежку выйти в нем. Вот такой обычный спортивный костюм. Кстати, материал ничего такой, мне нравится. И еле-еле тянется, прикольный. Так. И спортивная пайта к нему. Вот пайта мне очень понравилась. Вот так она выглядит. Вот такой мне сейчас одену на себя. Мне нравится ее капюшон. Пам-пам-пам. Правда, буду очень, наверное, толстой выглядеть в своей такой этой пайте. Не пайте, а как она называется, не знаю, в своей кофте. И еще сверху в этой. Хотя она такая тоненькая. Прям тоненькая-тоненькая. Как вам вообще? Мне нравится то, что здесь еще такая вот горло. Горло. Космонавт. В общем, прикольная пайка, мне понравилась. Думаю, мама обрадуется, когда увидит ее. Так, кстати, заказала себе две кофты, но они мне еще не пришли. Такие, знаете, не сильно зимние, но прикольные, мне понравилось. В офис мне ходить так. Так, и последняя наша посылочка, опять-таки маленькая, сейчас увидим, что последняя наша посылочка идет. А сейчас я разрежу ее прямо на ваших глазах. Расчленяем. Больно. Потерпи еще чуть-чуть. Все. И опять посылочка мне. Это пришли чудо-часы, которые мне очень понравились. Они идут спортивные. Заказала их. Ну, как они спортивные, не спортивные, непонятные. Сейчас я их надену на руку, и вы увидите. Очень прикольно выглядят. Аккуратненько так, знаете. В общем, они такие резиновенькие, как будто. Но какая-то резина прям такая приятная. И, вверх тормашками одела. Блин. Вверх тормашками. Как всегда, все часы я затягиваю на самую последнюю, прям, чтоб... обтяжку. Ну, мне так больше нравится. Вот такие часы идут. Я надеюсь, вам видно. Здесь 4 красивого цвета кнопочки. Вот такие.
салатовая вокруг ободок, или как это называется, и сами серые. Это идет унисекс, и здесь много очень разных цветов к этим часам, то есть на сайте. Вот, заказала я именно такого цвета, потому что цвета такие серые, мне очень-очень нравятся. Вот этот цвет такой прям прикольненький, и салатовый цвет мне очень нравится тоже. Вот, в этих часах есть будильник, есть еще вот такая подсветочка, блин, ее не видно на камере, но я ее вижу, она такая нежно-салатовая. Вот, часы, секундомер, да, здесь есть будильник, прикольно, не знаю, как долго, недолго, но вот когда я нажимаю на кнопочку, они вот так вот пикают. Опа. Вот, четыре кнопочки, ладно, потом разберусь, что с ними делать, с этими четырьмя кнопочками, но браслет мне очень нравится, ой, браслет, часы. Просто часы всегда воспринимают за браслеты. Я их ношу даже не больше вот для того, чтобы посмотреть время, потому что, естественно, у меня есть телефон-часы и часы-браслет. Естественно, у меня есть телефон, в который я постоянно пялюсь, смотрю часы и все дела. А часы как-то более для красоты я одеваю. Вот. Ну и думаю, многие так делают. Кто так делает, напишите мне в комментарии, очень интересно. Я же не одна такая, правильно? Может, есть кто-то еще. А, ну да, здесь еще есть дата. Ну, подсветка. Не знаю, мне кажется, эти часы более женские, но они унисекс. Сзади тоже прикольно так. Вот. Ну и сегодня наши посылочки закончились. Я надеюсь, что скоро мне придут мои кофточки, и я вам покажу, какие они симпатичные, и как можно их, и с чем бы я их одела, может быть. Вот. А еще я заказала себе, точнее, не заказала, я купила себе сапожки. Вот такие мне они очень понравились. Но покажу я вам их в следующем видео, либо с кофточками. Прикольно, потому что будет там с одной кофточкой, если их совместить вообще. Ну, сапоги я себе вот такие купила, мне понравились. Ждите моего нового видео. Я, наверное, скоро-скоро буду вам его записывать. Может быть, в следующее воскресенье. Я надеюсь, у меня вкус неплохой, и кому-то точно понравилась какая-то из моих посылок. Поэтому пишите мне в комментарии, ставьте палец вверх. Я вас точно люблю, обожаю, целую. Всех обнимаю.